2000 лет назад за грехи всех людей был Сын Божий распят, умирал на кресте от рук тех, кому принес мир, свободу и свет, вместо горя и слез. О, ты им прости, не знают они, что творят. Отче, ты им прости, не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. Были руки Его и ноги пробиты за нас, и святая любовь в мир рекой пролилась. И святая любовь открыла путь нам в небеса, на далеком холме ценой крови Христа. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. Отче, ты им прости, не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. На далеком холме 2000 лет назад за грехи всех людей был Сын Божий распят, умирал на кресте от рук тех, кому принес мир, свободу и свет, вместо горя и слез. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. Отче, ты им прости, не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. Отче, ты им прости, не знают они, что творят. Отче, ты им прости, не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты им прости, не знают они, что творят.